Всем привет, это канал «Разговор с Богом». Сегодня, как и обещал, расскажу вам про ритуал на прошедшей жизни. Как он делается? Один из способов – это 13 фотографий не разного возрастов нужно собрать, положить в хаотичном. Хаотично, в общем-то, положить их, разложить. Нам понадобится также свеча, спички, чтобы зажечь свечу, и, в принципе, все остальное. Нам ничего не нужно остального. Да, еще одно. Нам нужна медитация. Медитация нам поможет с этим ритуалом. В следующих выпусках я расскажу вообще, как медитировать и как впадать в медитацию. Но сегодня основной, в общем-то, ритуал. Тут видите мешочек. Но сегодня использовать мешочек не будем, что внутри него тоже использовать не будем. А именно наша фотография. Вот я собрал свои фотографии разных возраста, каких только нет. В принципе, что делаем? Начинаем. Что могу сказать про этот ритуал? Тут, в принципе, ритуал медитации, как обычно. Сделаем. Входим в транс. Дыхание ровно, дыхать животом. При этом думая и осознавая, представлять картинку мы. Представлять ту картинку, которую мы думаем видеть себя в прошлой жизни. Это упражнение в течение 15 минут нужно делать. В принципе, начинаем. Как видите, я вас как говорил, что зажигаю свечу. Для чего она нужна? В прошлых видео, наверное, я рассказывал, но если не рассказывал, то скажу. Для того, чтобы легче войти в транс через огонь, через воду, многие входят, через землю, через разные энергетические источники, которые позволят вам осмыслить все виденное и невидимое. Закрываем глаза, смотрим. Для некоторых входить в транс – это мантры и многие вещи такие. Если вам это необходимо, то можно и поприсутствовать с этим делом. Мне войти в медитацию не обязательно это.
Это хороший проводник. Помогает расслабиться организм. С каждой секунды мы замедляем дыхание. Входим в медитацию. Представляем все прошлые жизни, концентрируемся только на этом. Фотографии, которые разложены на столе у меня, помогут войти. Они несут необычайную энергетику. Ведь когда-то мы были в этом возрасте. Но никогда не повторяйте подобных ритуалов, если вы не подготовлены, не знаете, что такое медитация. Вот для этого я и буду рассказывать, хотя бы, чтобы вы были в курсе и подготовились к таким сложным ритуалам. В интернете вы можете много чего найти подобного. Я беру с различных источников книг и профессиональных людей, которые занимаются этим. Если я это действительно буду брать от них, я буду ссылаться на их ритуалы, видео. Сегодня я взял этот ритуал из книги. Сила. Не помню, как называется, но точно могу сказать, что написала женщина. Очень интересная книга. Ссылка будет в описании. Ну, в общем-то, вот такой ритуал. В течение 15 минут вы должны медитировать. Так, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и я вам расскажу невероятные вещи, которые вы не знали никогда.